Ребят, всем привет! Сегодня 26 сентября. Продолжение темы по поводу возврата денежных средств с почты. Деньги сегодня, ребята, мне перевели на карту Сбербанка. Спасибо большое. Сотрудники почты сдержали свое слово. К чему я вообще это видео, как бы, что я хотел показать? Что, ребята, вы можете добиваться своих прав. Если, например, такие же ситуации будут происходить у вас, не ругайтесь, спокойно приходите, то есть выясняйте, спокойно разговаривайте, договаривайтесь. И, в принципе, проблемы все они решаемые. Да, я понимаю сотрудников почты, что это их ошибка была, но как бы мы решили эту проблему, все, тема закрыта. Я просто удивляюсь, ребята, в каких условиях они работают. Я вот вчера, когда выложил первую часть видео, получается, вы видели, что в отделении идет ремонт. Сотрудники почты все время сидят в этом помещении, где идет ремонт. То есть они дышат этой пылью. Куда смотрит руководство почты, я, конечно, удивляюсь. Помещение ремонт, и сотрудники работают в этом же помещении, получается. Но это, конечно, не знаю, почему так они делают, руководство. Ну, а так, в принципе, все, мы проблему решили. Спасибо вам, сотрудникам данной почты, что перечислили деньги, что все, мы как бы решили эту проблему. Ну, а так, ребята, в принципе, приходите. Если у вас какие-то вопросы будут в каких-то, не знаю, госучреждениях или что-то, приходите, разговаривайте, не ругайте, спокойно выясняйте и, в принципе, добивайте своих прав, так сказать. Ну, на этом все. До встречи в прямых эфирах с 10 октября, когда я в очередное путешествие поеду в Турцию. Ну, ребята, все, на этом пока.